В эту субботу в Тюменском районе пройдет необычный гастрономический фестиваль «Яйцефест». Он начнется в полдень на стадионе в селе Каскара. Сегодня организаторы рассказали о программе праздника. Продукцию представят три крупные птицефабрики – Боровская, Пашминская и Тюменский бройлер. Гостей ждет дегустация блюд из курицы и яиц. Ну и, конечно, развлекательная программа, в том числе тематические игры, мастер-классы, театральные постановки. Кульминацией фестиваля станет яичный баттл и приготовление мега-яичницы. Мы, конечно, не собираемся, возможно, перебивать идею Иутеровска, да, это совсем вот не наша тема, и мы совсем не собираемся ни с кем конкурировать. Суть этой мега-яичницы будет заключаться в том, что какое количество все-таки яиц в течение всего дня мы будем использовать для вот этой мега-яичницы. Мы предполагаем там до 2000, ну вот что называется, время покажет. Наша задача на этом празднике не просто сделать праздник как таковой, чтобы люди повеселились, расслабились, а чтобы они определились, возможно, впоследствии со своим дальнейшим увлечением, вот, возможно, со своим маленьким бизнесом. Вот, и такого рода популяризация птицеводства и продукции птицеводства, она, безусловно, должна идти на постоянной основе.